Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохар Ванча Калпадаругасья Кипасинду Бевачу Патитананг Павуни Бхавишнабхибхьо Намо Нама Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхетагирим Ят Кипатамханга Банди Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсиде Байпиявай Кесава Свача Сна Бхакти Паде Деви Саттва Баттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеш Гаурия Патрасья Пракасане Ча Саданурахта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагодбарану Дхайям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитатвихам Банутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарна Равиндам Ят Пада Паллава Накачандамани Чатая Бисфуриджита Кимапикапавадушва Дарши Пурна Нурагара Сасагара Сарумурти Сарадхикамай Кадакипам Карус Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Аджану Ламбита Бхуджау Канука Бодато Санкиртанай Капитару Камалая Такшо Вишамбару Виджабару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаван Рупена Сада Нарана Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Бивуши Табам Бхагам Нараяно Прияманго Мада Пухарам Бараноси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджуша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Джасьясте Хидая Самбихит Твам Нишингамахам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Наджатра Вайкунта Судха Катха Судха Пагаха
на садаваха бхагаватаха тадасрая, на жатро вайкунтамаха, суресалоку опи навайса севватам, на жатро вайкунтакатха судхапага, на садаваха бхагаватаха тадасрая, на жатро йоггесамаха махатсаваха, суресалоку опи навайса севватам. Суресалоку опи навайса севватам. Гаудия Гостипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Jagadguru told, nothing of auspicious, nothing of auspicious like Guru Sheva. Гаудия Гостипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что нет ничего более благоприятного, чем Гуру Сева. Джагадгуру Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что нет ничего более благоприятного, чем Гуру Сева. На самом деле, если вы можете поверить, то, что Гуру, он дарует нам наивысшее благо, если вы поверите, что Гурудев, он не отличен от самого Бхагавана, если вы поверите, что Бхагаван нет, Гурудев не отличен от Бхагавана, Бхагаван, он снизошел в форме Гурупад Падмы, если вы поверите, то, что вся ответственность за наше благо, она отдана Бхагаванам в руки Гурупад Падмы, то тогда, если у вас будет такая вера, то тогда вы сможете совершать подлинный харибаджан. Шрила Прабхупад говорит, до тех пор, пока у нас нет 100% шаранагати, воды с лотосных стоп Гурупад Падмы или Бхагавана, то такой человек не может говорить об абсолютной истине абсолютным образом. Шрила Прабхупад говорит, если у меня нет 100% самопредания лотосным стопам Гурупад Падме, то тогда в этом случае я не могу говорить об этой абсолютной истине абсолютным образом. Это невозможно. Я буду испытывать страх. Если я буду думать об удовлетворении обычной публики, то Шрила Прабхупад говорит, в этом случае я призыву неблагоприятное, это не будет шрута панта. Если мы думаем об удовлетворении обычной публики, и такие же люди не боятся говорить об абсолютной истине, поскольку рискуют потерять одобрение публики. И такие люди часто отклоняются от пути бхакти, который очень опасен. Этот путь отклонения. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, что единственная обязанность ачарьи – это защищать Сиддханта Вани. Это полностью защищать Сиддханту. Это единственная обязанность ачарьи. Ничего иного. Поскольку если Сиддханта, она защищена, то тогда мы можем защитить все. Если мы защитим Сиддханту, то все остальное автоматически оно будет также защищено. Во время Гуранги Махапрабху были тысячи преданных, во время Шри Чайтаньи Махапрабху были тысячи преданных, но все же они не думали какое-то общество организовывать. Во времена Шри Чайтаньи Махапрабху было тысячи преданных, но они никогда не думали to open one society,
что нужно открывать, организовать какое-то общество, чтобы руководить служением целой, поскольку весь их ум, все, оно было едино направлено на одну цель, на удовлетворение Шри Чайтаньи Махапрабху. И поэтому они не думали, что нужно открывать какое-то общество, поскольку все их направления мыслей и все остальное было направлено на удовлетворение Шри Чайтаньи Махапрабху. И также во время Шрилы Прабхупады сначала, когда Шрила Прабхупад начал свою миссию, возвышенные преданные пришли, чтобы присоединиться к Мадху. И один из них был Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж. Он великий преданный. Его можно сравнить с Курешем. Он такой великий преданный, он такой великий гуру севак, что его можно сравнить с Курешем. Я рассказывал про историю Куреша. Он был севаком Рамануджачари. Who was ready to give his life and soul for Guruji? И Куреш был готов отдать жизнь и душу своему Гурудеву. Ради Гурудева он был готов на все. И также наш Винод, его прежде звали Винод Бихари, он также был готов отдать жизнь и душу за Гурудева, не просто говорил об этом, или он также всем сердцем он готов был отдать жизнь и душу за Гурудева. Он пришел в 1918 году, присоединился к Гауди Матху. И как он пришел? Он происходил с той территории, которая относила Бангладешу, Горишал. Деревня называлась Банварипара. И он жил там. Происходил из знаменитой семьи, очень богатой. Семьи замедаров. So naturally, естественно, he is from a high family. He is, you know, activities, everything like a high, you know, very sophisticated man. Like one brother. Он вел себя таким образом, аристократическим. He had one brother. У него был старший брат. I can speak about him after. О нем я позже расскажу. Однажды по пути пять Кешава Госвами Махарадж Винода. He took information. Он узнал то, что Джагадгуру Шрила Прабхупада Бхакти Сиддханта Сарасвати, он приезжает в их деревню, чтобы говорить харикатху. И вот он узнал об этом, и он решил отправиться слушать харикатху там с лотосных уст Шрилы Прабхупады. И Шрила Прабхупад, когда приехал в то место, Винода, на самом деле он вечный спутник Шрилы Прабхупады, но явил такую лилу, и так или иначе. Он отправился слушать харикатху от Шрилы Прабхупады. Тысячи людей слушали, и тем временем Шрила Прабхупад говорил харикатху. И однажды Шрила Прабхупад сказал, что может пожертвовать всей Вселенной ради служения Верховному Господу. For the seva of Supreme Lord, Prabhupada was speaking. Then Vinoda immediately became shocked.
И Винода был шокирован, что он великий саду, а такое говорит, как это возможно, что он может принести в жертву весь мир ради служения Бхагавану. Как это возможно? И он продолжил слушать дальше. Какое-то сомнение поселилось в его сердце. Он думал, как это возможно для него. Саду не может так говорить. И когда он думал так, Шрила Прабхупада, он сверх душа, он знает все, поскольку пребывает в каждом сердце. И потом Шрила Прабхупада объяснил, что он имеет в виду. И Винода осознал. That oh, it is my wrong conception. Что он заблуждался. Actually, что Вайкунтха джагат, Голока Вриндаван, это трансцендентный мир. И этот материальный мир — это искаженное отражение того трансцендентного мира, это негативное. Material world yeah. is a perverted reflection of the transcendental world. So, anything there in the transcendental world, transcendental мире, на Голоке, на Вайкунтхе, это позитивное. Даже я много раз говорил, даже пылинка, с Голоки, она позитивна, не только позитивна, она сама полна по себе. Вы знаете, идею, концепцию полноты и законченности. Это как в Ишопанишад, есть такая шлока. И вот из Ишопанишад мы знаем такие слова. В этом материальном мире материальные люди они не могут понять этого. Because purna conception Пурно, this conception cannot stand. И вот поскольку эта концепция пурна, она не может быть в представлении обусловленной души. Я могу привести пример, что есть, допустим, литр молока в какой-то емкости. Если кто-то попросит дать ему молока, я могу дать пол-литра молока, и пол-литра молока останется. Это естественно и понятно. Но в трансцендентном мире такое неприменимо. В трансцендентном мире, если я что-то возьму, от целого, то это целое останется целым. Например, Говардхан, Бхагаван отправил Говардхана из Голоки в этот мир. Говардхан явился здесь, но это не значит, что на Голоке его уже нет. И вот Бхагаван отправил Голоку, Ямуну и прочие вещи, прочие явления в этот мир, но это не значит, что они перестали существовать в том мире. И согласно этой шлоке, в этом материальном мире нет ничего, что обладает качеством целости пурна. Is incomplete actually, not complete. Anything you have in this material world is not at all
И все, что есть в этом мире, оно не обладает качеством пурна. Оно не полное. Но когда в шастрах говорится, что любой объект из Голоки, любой объект из Голоки, с Вайкунхи, он имеет качество пурна. Он полностью целый. Он полный. И Шрила Кешава Госвами Махарадж, он вечный спутник Шрилы Прабхупады, он сразу понял, что мир Вайкунтхи, он имеет качество пурна, и поэтому все, что есть, и поэтому в этом мире, все, в этом материальном мире, поскольку он материален, он не полный и отрицательный. И пример такой с математикой приводится, если провести прямую линию. И поставить какую-то точку и от нее отсчитывать, назвать ее нулем и отсчитывать расстояние от нее в положительную и в отрицательную сторону. It becomes a straight line. One point is there. If I extend right hand side and left hand side both way, then from the point this, it becomes straight line. And in the middle I find zero. In the middle I find you. The conception of zero coming from where? For Bhaskaracharya. И вот эта концепция нуля, она откуда произошла? Из Бхаскарачарьи он первый ввел представление о нуле, позитивном и негативном отчете. И вот посредней линии будет ноль, а справа, соответственно, числа в положительную сторону будут идти 1, 2, 3, 4, 5, а слева в отрицательную минус 1, минус 2 и так далее. И вот чем больше мы будем продвигаться в правую сторону, тем число будет увеличиваться. Значение, соответственно, этого числа будет увеличиваться как 2 больше, чем 1, 4 больше, чем 3, 5 больше, чем 4 и так далее. Но с другой стороны будет противоположное, минус 1, оно больше, чем минус 2. То есть это обычное такое математическое представление, то, что минус 2, оно больше, чем минус 3. И Шрила Кешава Госвами Махарадж, благодаря этому примеру, он понял, что да, это действительно так. Каково значение этого отрицательного материального мира? Каково его значение по отношению к положительному духовному миру, если в этом мире не совершают харибаджан, то что толку, если мы используем все для харибаджана, то тогда это обретает значение. Infinity material world is less important than one dust particle I discovered from Goloka Vrindavan. This conception. They are eternal person. So immediately they could realize what a great, you know. И Шрила Кешава Госвами Махарадж понял красоту и высоту мысли Шрилы Прабхупады. И Шрила Кешава Госвами Махарадж.
он и его дядя по отцу, они получили посвящение от Шрилы Прабхупады. Винода, он пришел в Гаудия Матх в раннем возрасте вместе со своими родственниками, чтобы встретиться с Шрилой Прабхупадой. Они получили даршан Шрилы Прабхупады, виграхи. И впоследствии отправились домой. Но после этого продолжали слушать Харикатху Шрилы Прабхупады, изучать его труды. И Шрила Винода, он был очень разумен, очень умен. Он подходил на роль Гуру Севака, поскольку глупые люди, они не могут совершать Гуру Севаку, они всегда боятся. И когда мы предаемся лотосным стопам Гуру Падмы, у нас не должно быть страха, у нас должна быть вера, что мы защищены Гурудевом. А если мы боимся, то это признак того, что наше самопредание несовершенно. Если мы до сегодняшнего дня боимся чего-то, то это очередной раз доказывает, что мы не предались полностью, поскольку в киртанах Шрилы Бхактивинода Тхакура, Наротам Тхакура и в шастрах можно видеть. Вот такие строки, например. This kirtan, you know, you heard another many kirtan, what I saw. Everything there is written. И вот в этих киртанах вот такие строки приводят. This kirtan is also going to prove this 100% submission. В этих киртанах описывается стопроцентное самопредание. This kirtan, you heard? Вот Махарадж приводит несколько цитат. И мы должны петь эти киртаны. Я говорил, что мы каждую часть секунды должны использовать для Харибаджана. Я вижу все полно радости, и это один из признаков дикши. Когда мы предаемся Гурудеву, получаем дикшу от Гурудева, то мы увидим весь мир в блаженстве, в радости. Прабхутананда Сарасвати Пад говорит таким образом. Что подлинный ученик, он везде видит трансцендентную радость, как ребенок, только родившийся. Он чувствует себя очень хорошо на коленях у матери. У него нет никаких беспокойств. И ребенок не думает, что какие-то проблемы могут возникнуть. Поскольку они полностью предались матери, они полностью зависят от матери. Предание такое дело, самопредание — это то, что даст там радость. Никаких страхов не
будет влиять на нас. И в Бхагаватам я много раз говорил, когда вы боитесь, это значит, что у вас есть какие-то другие намерения. Если вы боитесь, то, несомненно, какие-то другие цели, кроме служения Гуру Вайшнавам и Бхагавану, какие-то посторонние цели привлекают ваше внимание. Чистые преданные, какой признак чистых преданных? Признак чистых преданных в том, что если они теряют связь с Бхагаваном, они чувствуют себя как рыба, которая вытащена из воды. Это признак чистых преданных. И вот Махарадж вчера говорил об этой шлоке. Рупа Госвами говорит, что лучше я буду находиться окруженный кострами вместо общения с материалистами. И в этом главная проблема. Я сидя на Вьясасане. Это главная проблема, по которой весь мир он движется в неправильном направлении, поскольку они принимают какого-то человека, падшую душу, за свой идеал. Если вы примете какой-то падший гуру в качестве своего идеала гуру, то что можете ожидать получить в своей жизни? Ничего хорошего. Страх будет возникать постоянно. Но если вы обретете милость Гуру Вайшнава, то страх он пропадет у вас. Это первая обязанность Гуру. Когда вы совершаете Гуру Пуджу, Симан Навадипе Динаттам Дибуджам Гурум Барабхая Падам Свантам Смарето Таннама Пуру. Foolish. To whom I can speak Harikatha? In front of some child, foolish. It is written in Archan. It is written there. That Gurudev always standing. И вот в этой шлоке говорится, что Гурудев всегда пребывает в Навадвипе, когда вы повторяете Аник. Вы должны помнить Гуру Падму, Гуру Вайшнава, что Гурудев, он всегда находится во Вриндаване в Навадвипе. И показывает вот такой жест мудру, чтобы сделать вас бесстрашными. Гурудев, он всегда защищает своих подлинных учеников. Все время они видят Гурудева везде. И мы также должны везде видеть своего Гурудева, куда бы мы ни смотрели. Если видите какую-то прекрасную женщину или еще какой-то объект привлечения, то вы должны видеть Гуру в этом, а если этого нет, то ваш даршан, он такой скверный даршан, даршан майя. А что такое Гуру? Гуру — это нечто значимое, а не легкое. И мы все должны использовать для Гуру Сева.
И таким образом очень просто вы можете обрести контроль над вашим умом и телом, если вы полностью предадитесь искренне. И вот Винода, он происходил из высокой знаменитой семьи замендаров, землевладельцев, и он присоединился к миссии Шрилы Прабхупады. И в понедельник я буду говорить о славе Шрилы Прабхупады, в чем великолепие его ачарьятвы. Шрила Прабхупада и его уникальная ачарьятва. Махарадж говорил на эту тему около 70 лекций было. И вот Шрила Прабхупад, особенность Шрилы Прабхупады, когда кто-то приходил к нему, он мог посмотреть на него и понять, что внутри сердца этого человека, какие особенности, какие слабости. И в соответствии с этим Шрила Прабхупад занимал эту душу в Гурусеве. Это была особенность Шрилы Прабхупады, если он смотрел на кого-то. Он сразу понимал состояние сердца этой души и какое служение можно дать, в чем можно занять эту душу. А сейчас наша проповедь многих людей, она ставится вокруг собирания денег и набора учеников. И такое явление занимается, называется проповедь, но это не проповедь, просто собирать учеников, раздавать дикшу всем подряд. Это нельзя назвать, что это дикша. Не осознавшись. Если гуру, он не осознавший себя душа, то как он может дать осознание другим? И таким образом, значение проповеди в том, чтобы даровать милость обусловленным душам. Есть у нас достаточно милости, которую мы можем распространить. Проповедь значит распространять милость Бхагавана всем. Думаете ли вы, что вы достойны? Почему вы тогда проповедуете? Если какие-то недостойные люди проповедуют, то ничего хорошего, как правило, не получается. Возвышенные преданные, у которых нет никакой корысти. Мы видели великих ачарий, которые внешне выглядели как такие перспективные ачарьи, но можно видеть, что они со временем полностью отклонились от пути Гуру Падпадмы. Чистые преданные, они не заинтересованы в том, чтобы собирать, принимать учеников. Такие ученики, они как какие-то обезьяны. If they are at all going in front of a Sadguru, how they can develop this kind of, you know, dirty conception? То есть можно, если понаблюдать, то в этой ситуации ничего хорошего почти всегда не происходит. Хотя в дикша-мантрах описывается, что такое дикша. Дикша значит... Speak something and shishya gone. Not that. Дикша не значит, что просто человек получает дикша какую-то мантру и уходит навсегда. Нет. Дикша значит принятие божественного знания, вечной связи между подлинным учеником и подлинным гуру. Дикша значит передача божественного знания сердца гурудева в сердце ученика.
Если такого знания у вас нет, то что толку от вашей дикши? После принятия дикши, если вы не обнаруживаете свою связь с Гуру, Вайшнавами, Бхагаваном, его дамой, то это правильный признак, но иногда можно видеть, что люди, которые принимают так называемую дикшу, даже здравого смысла у них не развивается, не говоря уже о чем-то ином. Nothing. So what kind of dikkha? This way we have increased the number of dogs and and cat and monkey. This is called dikkha. Dibbogyan yato dadyat kuryat papuscha sankshayam. Now you should remember the meaning of dikkha. Мы должны помнить значение дикши. You should remember what you mean by diksha. Что значит дикша? Не каждый, не все могут объяснить нам. И вот говорится о значении дикши. С незапамятных времен мы скитаемся по различным мирам. И вот наша душа, она рождается в различных телах. И в процессе скитания по этим 14 мирам, благодаря великой удаче, мы можем встретиться с подлинным садом. You are climbing heavenly planet, sometime coming down to hell, again going up, again going this way. In Chaitanya Charitamrita, some in infinity period for infinity period travel. Who can say? Chaitanya Charitamrita описывается это. И кто может сказать? How you are traveling? What is your condition? Как долго мы скитались по этим 14 мирам? Каково наше состояние, чем мы занимались в процессе этого. И Гурудев, он очень могуществен. Как только мы предаемся лотосным стопам Гурупад Падме, то Гурудев, он сжигает наши последствия наших грехов. И Гурудев с помощью огня своего баджана, он сжигает просто грехи всех тех учеников, которые полностью предались ему. И они очищаются, по крайней мере, мы должны таким образом достичь нейтрального уровня. Потом Гурудев может дать харинам. Харинам не значит просто дать малу. Нет, нужно еще объяснить глубинное значение харинама, как развить нашу способность для воспевания харинама, о чем мы должны думать в процессе воспевания святых имен. И о том, как мы можем развить наше сознание. И также с вашей стороны вы должны пообещать, что мы не будем обманывать Гурудева, что мы будем совершать баджан. И тогда, дав такой обет, если вы достаточно искренне, то Гурудев поймет и даст вам святое имя Харинам. И тогда вы можете понять, что такое баджан. Иногда Гурупад Падма, он не дает полную дикшу. В соответствии с текущим положением, Гурудев может дать харинам сначала, бачантату мантру, объяснить их значение,
и может дать Гуру Гайтри, которая очень важна. Если вы повторяете Гуру Гайтри, то вы обнаружите огромную силу. Если подлинный Садгуру дал вам подлинную Гуру Гайтри, это значит, что вы разовьете знания с помощью Гуру Мантры и Гуру Гайтри. Это очень короткая мантра, нельзя слов говорить. Вот иногда происходит, что Гурудев дает ученикам Гуру Гайтри или Гуру Гайтри, и потом, когда человек развивает сознание, могу дать еще мантру. Но есть такие гуру, которые дают и харинами, дикшу, и саньясу, и все остальное сразу в один день всем желающим. Но чистый гуру вайшнавы никогда не думают о себе, как о гуру. Мой гуру Падма говорил, что не я ваш гуру, а Шрила Прабхупад, и он предлагал своих учеников лотосным стопам Шрилы Прабхупады. И таким образом, если вы совершаете сатсангу, все зависит от этих сокровенных вещей, как вы совершаете сатсангу. Если вы достаточно умны и совершаете сатсангу должным образом, то вскоре обнаружите, что ваша сила баджана, она увеличилась. Все зависит от этого, от того, как вы совершаете сатсангу. Ваш баджан, как он развивается, и так иначе Шрила Кеша Госвами Махарадж присоединился к Мадху достаточно давно, получил Харинам Дикшу от Шрилы Прабхупады и начал свою миссию читания Матхи. Он начал совершать служение, и Шрила Прабхупад хотел назначить его Винод Бихари. Чтобы он поддерживал все земли и прочие строения Гауди Матха, Шрила Прабхупад говорил. Что образованный человек, очень образованные люди приходят ко мне часто, находятся какое-то время, потом уходят, опять приходят, смотрят, слушают и уходят. Однажды Прабхупад сказал, однажды кто-то нашел какой-то недостаток, в чем же саду, что этот саду занимается какой-то бюрократией, бумажными делами, по поддержанию, оформлению земель, строения и прочего. Некоторые люди думают, что саду должны ходить только в одной купине и не заниматься вообще никакими материальными делами, не носить вот никакой одежды, кроме купины и прочего. И Шрила Прабхупад вот сказал, что какие-то люди приходят, смотрят, что чем-то занимаюсь, странно с их точки зрения, и уходят. И потом могут присоединиться к каким-то сахаджиям, которые внешне более отреченные. И вот если вы не можете понять настроение чистого саду, то вы встретитесь с какой-то опасностью в вашей жизни. Будьте осторожны. И можете обнаружить себя в океане проблем.
И вот сила Кешава Госвами Махараджа, ему была дана ответственность за контролем и поддержанием всех земель и всех строений, зданий Чайтанья Матха. Винода был очень суровым человеком. И во время Шрилы Прабхупады Чаткаджи Самадхи, рядом с Ваманпукуром, это место было спасено. Потом Шрила Кешава Госвами Махарадж также спас большой кусок земли рядом с Чайтанья, с этим Шивасанганом, Бхаджан Котир Бхактинан Такура. Никто не мог захватить их, хотя пытались местные жители захватить эти места. Но с помощью Винода было возможно эти места опять восстановить, отобрать тех, кто их захватил. И Шрила Прабхупада однажды сказал Виноде: возможно ли для нас вернуть им то место, где был Бхаджан Котир Бхактинан Такура? Винода сказал: конечно, благословите меня, я все сделаю. И иногда Винода, он вынужден был ходить в суды, заниматься вот этим бюрократией всякой, чтобы защитить собственность и землю Шри Чайтанья Матха. Иногда какие-то гоши, они били каких-то преданных Шри Чайтанья Матха без какой-либо причины, и Винода услышал и подавал жалобы в полицию и суды. А эти гоши, в общем, посадили там кого-то. Шрила Прабхупада сказал, что нехорошо кого-то наказывать. У нас нет такого права. Так или иначе, Винода, несмотря на то, что он занимался такой бумажной работой, и в то же самое время он был веданта ачари, он сидел под баньяном деревом, писал что-то, повторял харинаму, размышлял о чем-то. Иногда какие-то однажды преданные пожаловались Шриле Прабхупаде, что Винода очень горд. Мы проходили мимо его, он даже поклонились ему, он даже в ответ не поклонился и не поприветствовал вас, нас. И Шрила Прабхупад сказал, что, наверное, он вас просто не видел, как он не видел, что тут напротив его проходили, наверняка он нас видел. Ну, пойдите, спросите. И потом, когда Винода пришел в Матху, они спросили, сказали, что мы мимо вас проходили, что вы с нами даже не поздоровались. Но Винода думал о какой-то седанте, о служении. Шрила Прабхупада был погружен в свои мысли, поэтому не заметил этих людей. И таким образом, однажды какие-то преданные жаловались Шриле Прабхупаде на Винода и Шрилу Прабхупада. То, что Винода слишком много тратит денег, как воду. Вот, например, мог бы переплыть реку.
called chayana, chwana. That time, if you break 1 rupees into 25, you know, part, that part was more sufficient to cross river. So that time was very, you know, cheap market. A Vinoda giving heavy amount to all boatmen. Suppose one boatman, Vinoda going to cross river, one boatman, Vinod Babu, you can come to my boat. Another boatman, Vinoda, you can come to my boat. Everybody, don't worry, I can cross and can give the same amount to you all. Giving to them, Vinoda paying. В общем, жаловались на то, что Винода, когда переплывает реку, лодочникам он всем платит, а не одному, даже тем, кто его не перевозит, чтобы другие не обижались. И вот какие-то преданные начали жаловаться, что Винода тут кучу денег тратит на переплывание Ганги. И Шрила Прабхупада засмеялся. Ну, скажите, вы в вашей прежней жизни, сколько у вас было карманов денег, и сколько вы тратили, не сказано, у вас было... Было одна пайса, было... Not even 500, 5000. Ну, эти вот люди ответили, что у них было в карманах денег одна пайса, это не так много. А Винода, поскольку происходило из очень богатой семьи, то денег у него в карманах было гораздо больше. Поэтому Шрила Прабхупада сказал, теперь подумайте, кто из вас более отречен. Эти люди, которые жаловались, раньше у них было карманы денег одна пайса, а при приходе в Матх стало 10 раз больше. А Винода, когда он не был в Гауди Матхе, было карманных денег 5 рупий. А стала одна 25-я часть рупии. Юкта Вайраги — это такая вещь, что это гармоничное отречение. Не отречение на показ, а именно гармония между служением и отречением. Вокруг было много мусульман, завидовали Чайтанья Махапрабху, могли напасть, и вот мы зависим от Бхагавана. Но все же Винода, он помогал как-то им, чтобы они пришли на нашу сторону когда-то, чтобы они могли хотя бы что-то сделать для Чайтанья Махапрабху. Police can come after, maybe 1 hour, 2 hours, 3 hours after. But first of all, you know, this way, Vinoda used to. But he was a great pandit. И Винода был великим пандитом. He was a great pandit, big Vedanti. He was such a. Он был. Gaudiya. Gaudiya. Vedanta Acharya. Среди нашей Гуру Варги он был лучшим из Веданта Ачарьи. Он всегда утверждал Сиданту, Веданту. Он написал одну книгу «Майявада Дживани», «Жизнь Майявады». Это очень прекрасная книга. Без Гуру Крипы такое невозможно. И вот он написал эту книгу «Майявада Дживани». У меня есть она.
там аналитически разбирается и опровергается вся философия Майявады. Он разоблачал всю Майяваду. Он был очень разумен, очень умен. Он собрал, по крайней мере, 18 различных версий Майявада Сиддханты. Он сравнил их и разоблачил все. В то время как Махапрабху сказал, что мы не должны смотреть ни на каких майяваде. А сейчас в нашем поле преданности можно видеть, что множество майявади в одежде вайшнавов передвигаются, поэтому мы не можем прогрессировать на пути этого баджана, поскольку не можем опознать этих скрытых майявади. Как это возможно? Меня однажды пригласили, я в Шримадхи говорил Харикатху, никогда не хотел посещать ничьи дома. И вот я говорил Харикатху в Шивмандире, и меня пригласили, чтобы я пришел в чей-то дом. И вот Махарадж говорил Харикатху там, потом предостерег людей, что если будут идти вот тем путем, то они падут в итоге. В итоге так и случилось. Они проконсультировались с какими-то своими братьями боги, которые очень завидовали, и в итоге пали. И хотя слушали до этого много харикат, и как-то возможно, что кто-то может пасть. Но такое случается иногда, будьте осторожны, в одежде вайшнавов иногда встречаются майявади, и как же понять, нужно слушать харикатху, и тогда сознание само придет к нам. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж, он был лучшим из Веданта Ачарий, он изучил 18 версий Майявада Сиддханты. Шрила Махапрабху, если вспомнить, сказал, что если вы встретитесь с Майявади, нужно сразу принять омовение в Ганге вместе с одеждой. Но здесь, если посмотреть, Винода, он изучил всю эту майяваду, все 18 версий, но он необычный человек. Если будете читать эту майявадскую философию, это может стать причиной вашего падения. Зачем он читал все 18 версий? Для того, чтобы разоблачить всю эту майяваду, чтобы утвердить вайшнава сиддханту. Я удивляюсь, как, насколько прекрасно его объяснение, так много Веданта Сутра объяснено им. И он объяснил множество шлок вот этих и других. И потом он объяснил вот эту шлоку. Нивартате артхабхавена пакрия ягату ятаха. Это шлока from Veda. You can go mad. If I go on explaining, you can understand the Bani Sharup. If I go on explaining this way, you can understand the Bani Sharup of Gurudev. I mean, Kesav Goswami Maharaj. So nice. И благодаря этому можно понять Бани Сварупа Шрилы Кешава Госвами Махараджа. И таким образом, Шрила Кешава Госвами Махарадж, где бы он ни говорил Харикатху, он говорил Харикатху в Катаке, в каком-то Ревенша колледже,
Каткатак, он находится по пути в Пури. И перед тысячами людей он... Они все были образованы, ученые, он говорил, объяснял там Веданту, вот эти и прочие шлоки. Если буду объяснять, это займет долгое время. И Шрила Кешава Махарадж говорит, вечером Махарадж на хинди продолжит объяснение этой шлоки. И также он написал множество статей. И вот эти статьи об опровержении Майявады. Какие-то статьи опубликованы были в Гаудии, а манускрипт сам пропал, хотя вот эти местные эти люди обещали сохранить, и потом он обнаружил этот манускрипт в доме какого-то преданного в Чампахате. И вот по милости Нитянанда он обнаружил этот манускрипт в доме какого-то преданного в Чампахате. Времени мало, поэтому я буду пропускать какие-то моменты. И в итоге, в соответствии с желанием Шрилы Прабхупады, он хотел открыть Гаудия Веданта Самити. И вот он основал Гаудия Веданта Самити, и оно было основано в первый раз в 1948 году, то ли около того, в Калькутте. На улице Боспара Лайн, около Гауди Миссии. Gauriya Vedanta, Gauriya Pratika. He started publishing all Gauriya Pratika from there. And still today. И до сегодняшнего дня. И вот он там начал публикацию Гаудия Пратики. И до сегодняшнего дня качество этой Гаудия Пратики, Девананда Гаудия Матха, оно лучше всех. Другие патрики, они не столь точные. Но до сегодняшнего дня вот эта Гаудия Патрика, которая, она обладает наивысшим качеством с точки зрения Сиддханты. А в других изданиях разных организаций такого нет. И вот Махарадж going to open another center in Чинсура. Потом он открыл другой центр в Чинсуре. Если ехать с Навадвипа в сторону Хавры, то там станция Чинсура. Чинсура was the colonial base. Chinsura was a colonial place. Колониальное место
фарси. Давно. Было, потом англичане захватили. Очень важное место на берегу Ганги. И в этой Чинсуре есть Ударан Мат. Я был там однажды. И там можно найти Виграху Гор Нитянанда. Ей поклонился Шринивас Ачарья, поскольку Шринивас Ачарья, он жил в Кумарграме. Это напротив Чинсуры, с другой стороны реки. Вот Чинсура на берегу Ганги, а с другой стороны Ганги Шипат Шринивас Ачарья. И вот Шринивас Ачарья, он жил в Найхати и в Чинсуре. Найхати было с одной стороны, где Кумар, Кумарграм. Я Адвайта Гасай, он также жил в Шантипуре. И здесь, в Навадвипе, в Майпуре, у него был дом. И вот Шринивас Ачарья также. И как этот Шринивас Ачарья, он поклонился Виграхе Гора Нитянанде. И служение этой Виграхе. Возобновил Шривас Пандит. Шринивас Ачарья, они Шринивас Ачарья отдельный, Шривас Пандит тоже отдельный. Но иногда их одним именем называют. Более корректно Шривас Пандит. И вот эта Виграха была установлена и поклоняема Шривас Пандитам, и то место было восстановлено Шрилой Кеша Госвами Махараджем. И имя этого храма было Ударан Гаудия Матх. И были споры между местными и Махараджем. Они не хотели этот Матхим отдавать. Но это руководство хотело отдать, но местные люди возмущались, перешли с ножами, оружием. И Шрила Кеша Госвами Махарадж, он был бесстрашен. И местные разбойники. И Шрила Кеша Махарадж сказал, что храм закрыть, пойти на крышу, если кто-то будет пытаться забраться, то надо как-то защищаться от них. И вскоре действительно эти разбойники пытались забраться под трубом на крышу матка. И те их скинули, они упали, разбились. Потом они пожаловались в какой-то суд, что тут на нас напали, убили кого-то. И Шрила Кеша Госвами Махарадж поехал в качестве адвоката и задал вопрос судье, что храм был закрыт, да, закрыт. Наши преданные были внутри храма или снаружи, внутри были. И как-то возможно, что они напали на каких-то разбойников. Причина должна быть за этим. Причина в том, что они пытались напасть на нас, но мы защищались, и из-за самозащиты они упали и разбились. И поэтому все тут правильно. И в итоге Шрила Кеша Госвами Махарадж, он выиграл это дело. This kind of fighting took place in how I can see it's like epic Mahabharata, you know. It is like Mahabharata. If I go on speaking about this, если буду говорить о Шри Кеша Госвами Махарадже, то этому нет конца. Его деяния бесконечны.
и Кешаваджи Гаудия Мадх в Мадхуре. Такой же случай был. Тоже эти местные разбойники хотели убить его. Но сначала Кешава Госвами Махарадж был бесстрашен. Он пошел судиться с ними и победил в этом суде. Только потому, что он Кешава Госвами Махарадж. Он Куреш. Он Куреш. Шилы Прабхупады ему титул. Так вот далее, когда все Сахаджи и Навадвипи пытались напасть, убить Шилу Прабхупаду, то все севаки Прабхупады не разбежались. All personal sevak of Prabhupada, they were flying, they were going away, leaving Prabhupada. But Keshav Goswami Maharaj is going to take the cloth of Prabhupada. Gurudev, you give your cloth. Но Кешав Госвами Махарадж, он поменялся одеждой Шрилы Прабхупады, взял его данду и отправил Шрилу Прабхупаду в обычной одежде, чтобы он достиг Майпура, и никто его не заметил. И таким образом Шрила Кешава Махарадж принял весь удар на себя и взял роль Куреша, чтобы защитить Гурудева. Как Куреш хотел защитить Рамануджачарью, так и Шрила Кешава Госвами Махарадж, его пример Шрилы Кешава Госвами Махараджа, он бесподобен и безупречен. Мой Гуру Махарадж писал письма ему. Сейчас можно видеть, зависть какая-то возникает. Если кто-то совершает баджан, то другие начинают завидовать, пытаться всячески мешать, но в то время ситуация была другая. И таким образом, другой случай. Когда Шрила Прабхупада ушел, я не возвращаюсь немножко назад. И когда Шрила Прабхупада ушел, то проблема возникла, поскольку из-за каких-то корыстных мотивов кто-то был за Шрилу Прабхупаду, кто-то против Шрилы Кешава Госвами Махараджа, очень строг был, что он не позволил даже своему старшему брату Удалови Махарадж. Его звали. Ну, это такой был брат в предыдущем этом ашраме. И даже судился с ним, поскольку те хотели отклониться от учения Шрилы Прабхупады. Это была отдельная большая история. И Шрила Кешава Госвами Махарадж на Харипрабху, их как-то они в тюрьме оказались по ложному обвинению. Их обвинили в убийстве каком-то без всякой причины. Кто-то упал с дерева, умер, и в этом объявили, обвинили Шрилу Кешава Махараджа, но потом они сидели какое-то время в тюрьме. И Винода нанял какого-то адвоката с Миднапура и выиграл дело. Come out of jail. They were put in jail, but after the case going on, finally our Vinoda come out successful. And here in the case of the Bhagavad, that group Bhagavad Guru Mission, with this portion, our Chaitanya Mahaprabhu, case going on. First of all, I told that day when Prabhupada gone,
There was some disturbance. It is the arrangement of Yogamaya. And our Vaikya Brahmachari thought that Bhakti Pradipti Togasema is a very stainless character. Stainless character. He should be appointed acharya. But unanimously, they appoint his brother, Ananta Vasudev. And finally, some dirty thing were discovered with his life. He is going to take sannyas. After that, he returned to family life. All problem come. There is a big disturbance. So when Кесав Госвами Махарадж, Шрила Кесав Госвами Махарадж Винода, он завел какое-то судебное дело против Алладхарами Махараджи. Он обвинял их в том, что они полностью отклонились от пути Шрилы Прабхупады, не совершают Навадвипдам Парикраму, не верят в саньясу, не принимают ее, не верят Шрилу Прабхупаду. Прекратили повторение Харинамагу вслух. И на этой основе вот они не могут получить никакой части этого матха, поскольку они против Гурудева. Если они против Гурудева, то как они могут претендовать на какую-то собственность Гурудева? И в итоге эти люди, чтобы сохранить эту свою собственность, они сразу в один день дали саньясу то ли 8, то ли 18 людям, начали громко повторять харинам под звуки мриданг, совещать Гурудама и Навадвипдам Парикраму. И в итоге, когда суд был, то в том, что их обвинял Шрила Кесава Махарадж, они все сделали. Пришли в суд с мридангами, громко воспевали харинам, привели этих 18 саньяс. И вот сказали, что мы верим в саньяси. Саньясу, смотрите, сколько саньяси у нас в Матхе. И вообще мы опровергли. Кто сказал, что мы харинам громко не воспеваем? Вот мы то стоим и воспеваем перед вами. И судья был, сказал, ну вот делают же все, что во всем, что вы их обвиняете. И таким образом судья присудил им часть имущества Шрилы Прабхупады. И вот внешне можно посмотреть, что Шрила Кесава Госвами Махарадж был побежден в этом судебном деле. Но Наротам Прабху, он был этим, помогал в этом деле, в общем. So long I am giving energy to write your instruction, everything, legal instruction, as Sridhar Maharaj is going to edit, you know, but finally we are defeated. Kesava Goswami Maharaj speaking, what do you say? Man, I say, actually, you are defeated. Бхарати Мара сказал, что вот мы проиграли в этом судебном деле, но Шрила Кесава Госвами Махарадж сказал, что нет, мы не проиграли. Какова была наша цель в том, чтобы утвердить учение Шрилы Прабхупады, и в этом мы достигли успеха. То есть эти люди, которые не признавали саньясу, громкого повторения святых имен и прочего, в итоге они начали все это делать. Поэтому внешне, хотя внешне победили они, но по сути победили мы, поскольку они приняли учение Шрилы Прабхупады. И Шрила Кесава Госвами Махарадж был бриллиантом, сокровищем, и его слава она бесконечна. И таким образом, смотрите, до последнего момента его жизни он служил Шриле Прабхупаде. Он даже хотел избегал своего старшего брата из-за того, что тот не следовал Шриле Прабхупаде. Однажды один его ученик
отправился в Кришнанагару по какой-то причине, если там зашел в какое-то место в Гадроме, там принял прасад, и Шрила Кешава Махарадж спросил, что так долго, а тот сказал, мы в Гауди миссию по пути заехали, а где ели, то там ели, но теперь три дня нужно тебе поститься. Нужно вам помыть рот с коровьей мочой, навозами, водой Ганги. Зачем вы туда отправились, они против Шрилы Прабхупады? Вот человек Кешава Госвами Махарадж был очень строг. Если такая сильная вера в Гурудева, такой сильной веры в Гурудева нет в нашем сердце. Шрила Кешава Госвами Махарадж всегда хотел показать величие и превосходство Шрилы Прабхупады во всем. Он опроверг всю философию Майявады и утвердил чистую Гауди Сиданту. Если буду продолжать говорить о нем, это очень долгая обширная тема. Даже когда правительство из Дели хотели какой-то закон, чтобы контролировать саду и саньяси, и Шрила Кешава Госвами Махарадж протестовал против этого. Он протестовал против убийства коров. Я потом узнал. Он тоже писал книги, статьи в честь защиты коров. Big pandit, when they are writing wrong. Big acharyas, when they are making mistake, Kesava Goswami Mahārāja used to protest against them, big way. And nobody is there to stand in front of Kesava Mahārāja. И нет никого, кто бы мог что-то сказать против Шрилы Кешава Госвами Махараджа. Настолько могущественным он был по милости Шрилы Прабхупады, он обрел совершенную гуру-крипу, милость Шри Гуру. Он обрел полную гуру-крипу. Он был лучшим из ачарьи. Почему? Я уже сказал, почему. Поскольку он хотел защитить Сиддханту Вичар Шрилы Прабхупады. Сиддханта Шрилы Прабхупады, значит, это Сиддханта Махапрабху. Вся Сиддханта Шрилы Бхактивинода Тхакура Шрилы Прабхупады, значит, Сиддханта Махапрабху. И в тот день я говорил, какова польза Гуру Парампары. Сам продает парампара, и в этом как раз польза, то, что это знание доносит до нас в первозданном виде. Махапрабху ушел из этого мира более 500 лет назад, но все же у нас есть привилегия, чтобы получить его учение через Шрилу Прабхупаду, Бхактисиддханту Сарасвати, через Шрилу Бхактивинода Тхакура Кешава Госвами Махараджа. В этом польза Гуру Парампары. И таким образом Шрила Кешава Госвами Махарадж никогда не шел ни на какие компромиссы. Всей своей жизни он никогда не шел ни на какие компромиссы с Сахаджиями, Майвади, даже с братьями Боги и своим собственным братом он тоже не шел ни на какие компромиссы, поскольку относительно Шуддха Бхакти Сидданты никакие компромиссы не могут быть на этом пути. Если вы идете на компромисс, значит, вы не можете совершать Харибаджан должным образом. И таким образом, Шрила Кешава Госвами Махарадж, он защитник, и я могу с полной уверенностью заявить, что
Шрила Кеша Госвами Махарадж, он защитник Гаудия Вайшнавской Сиддханты. Он утвердил, основал Гаудия Веданта Самити и хотел утвердить Гаудия Вайшнава Сиддханту, его бесчисленные статьи, Харикатха, лекции и все остальное. И если буду говорить о том, сколько любви он имел к Гуру Вайшнавам, он имел огромную любовь к Гуру Вайшнавам, как в тот день я говорил о Нарахари Прабху, какая огромная у него любовь была к Гуру Вайшнавам. И вот на сегодня время кончилось. Та шлока, с которой начал. Наятро, Джоггеша Макха Махатсаваха, Шуреша Лок Опи, Навайша Шеббата. Гуру Бас, writing one letter. Гуру Махарадж написал одно письмо Шри Кеша Госвами Махараджа. Writing, O my God brother, о мой брат Боге, ты вечно служишь Шри Прабхупаде. Ты хотел защитить нас. Мы наслаждались твоей любовью, Нарахари Прабху, и вы так любили меня, когда я был Шри Чайтанья Махапрабху, как редактор Надья Пракаша. И вот Гуру Махарадж в этот день писал, сегодня мне очень не хватает общения с вами. Я кратко расскажу суть этого письма. И вот Гуру Махарадж говорит, после ухода с Шрилы Прабхупады я долгое время жил в Бхагбазар Гауди Миссии, там тоже какие-то проблемы были, не следовали наставлениям Шрилы Прабхупады. Я переехал в Калну. Там царь Бардаман дал мне храм. И потом, чтобы обрести сатсангу, я принял приглашение Шрилы Мадхава Госвами Махараджа. Я был главным редактором в журнале «Чайтанья Вани». И после ухода Шрилы Мадхава Госвами Махараджа я чувствовал недостаток сатсанги. Но я жил там какое-то время, потом основал Гопинат Гаудимат. Здесь тоже мне не хватает общения с великими душами. Я хочу обрести общение с вами. И вот такое письмо Шрила Пури Госвами Махарадж написал, оно было опубликовано. Таким образом, мы все время должны помнить о славе Гуру Вайшнавов. Успех нашего баджана — это сатсанга. Сейчас мы совершаем сатсангу с Шрилы Кеша Госвами Махараджем. Его вани сварупа, она вечна, и мы пытаемся обрести общение с его вани сварупой. И если я не смогу обрести сатсангу, то я не хочу быть даже на райских планетах.